Всем привет, вы на канале Лучкова. Сегодня мы смотрим на новые наушники компании Xiaomi, которые я, кстати, затизерил в Instagram, и огромное количество людей в личку написало, когда обзор. Собственно, вот сегодня будет очень короткое видео про эти наушники, потому что, ну, сколько можно говорить про наушники? Мало, как всегда, мало. К слову, если вы посмотрите на форму именно этой модели, то поймете, что у Xiaomi уже были подобные наушники, но не беспроводные, а это беспроводная модель. Название модели очень странное и везде на разных сайтах называется по-разному. Некоторые их называют Xiaomi Mi Wireless Headset. Это будет более-менее правильное название, да и то по поиску их очень тяжело найти. Кто-то их называет Mi Blue Bluetooth Headset 2 2018. В общем, ссылку в описании я оставлю, где они покупались. Стоили они около 60 баксов. И, в принципе, для беспроводных наушников вот такого форм-фактора это неплохая цена. Учитывая их музыкальные возможности, про которые я поговорю попозже, в целом наушники недорогие по своему оформлению. Это пластиковые наушники, это кожзам. Здесь сэкономили, естественно, на конструкции. И вот эти вот сами наушники, они неповоротные. Вы знаете, как бывает у больших наушников, они складываются, еще так вот поворачиваются, чтобы можно было все спокойно транспортировать. Здесь вы можете сделать максимум вот так. Вот так все. Вот только вот так вот их и перевозить. Но чем они крутые? Они очень-очень легкие, они очень легко надеваются на голову, как-то вот так вот, раз, и все, и готово. Здесь нет активного шумоподавления. Наушники работают просто как вот звуковое устройство. Однако во время разговора здесь есть микрофоны, которые пытаются немножко давить шумы, чуть-чуть, не сильно, прям без какого-то там фанатизма. Если сравнивать их с топовыми наушниками с активным шумоподавлением, это как бы земля и небо. Но фишка этой модели — это поддержка aptX кодека. То есть если у вас есть Android смартфон, который поддерживает этот кодек на процессоре Qualcomm Snapdragon, то эти наушники звучат просто как бесы, просто как черти лупят. Невероятный звук. Мне вот просто вот эти наушники понравились именно своим звучанием. Ни внешним видом, ничем, а просто звучанием. Даже сам кожзам, он попахивает при вскрытии не очень приятно, понимая, что здесь постарались максимально сэкономить денег, чтобы наушники получились максимально доступными. Даже сэкономили немножко на управлении. Современные наушники управляются как? При помощи специальной сенсорной панели. Здесь же просто физическая клавиша, она щелкает. Один раз нажали, там переключили трек, зажали подольше, еще переключили, и также громкость регулируется и прочие вещи. К тому же эти наушники на китайском языке, то есть когда вы их включаете, вам тут начинает динамик что-то говорить на китайском языке. Повезло, что здесь особо слушать-то нечего, да. Запустили, включили режим распознавания, подключили к смартфону и понеслась. У меня в руках две пары наушников, это Sony с активным шумоподавлением, которые стоят где-то 500 баксов. Эти наушники стоят 60 баксов, так вот, если сравнивать их по звуку, то я не могу сказать, что какие-то из них звучат лучше, что удивительно. Ну, не считая, конечно же, невероятной функции активного шумоподавления, которая просто необходима в общественном транспорте, и особенно в самолетах, когда в кабине очень много детей кричит, это вас спасает, можете просто спать в них. Это просто хорошее музыкальное решение. За 60 долларов это неплохие наушники. На нашем рынке перекупщики их продают почти за 100 баксов. Но даже за 100 баксов они действительно выдают потрясающий звук, очень хорошие усредненные средние, высокие и нижние частоты. В общем, все прекрасно работает даже с айфоном, без поддержки какого-то там кодека новомодного, потому что у айфона нет aptX кодека, и все равно хорошо играет. Но как только вы подключаете это дело к Android смартфону, здесь сразу же все раскрывается. Звук, говорю опять, потрясающий. Он, знаете, такой интересно звенящий звук, даже когда вы слушаете какой-нибудь классический рок, вот прям, не знаю, какие-то аккорды гитары, они как будто вот эти драйверы раскачивают и звенят. Время автономной работы — любопытная штука. В режиме активного использования производитель обещает, даже не активного, в режиме ожидания производитель обещает 40 часов. В принципе, стандартный показатель, учитывая то, что здесь стоит аккумулятор на 400 мАч, чего, кстати, немало для наушников в принципе. Если говорить про прослушивание музыки, я провел вот с этими наушниками уже 2 дня. Максимум, чем мне удалось выжать именно с точки зрения воспроизведения звука, это 9 часов. По разговорной части, да, если использовать их как гарнитуру, производитель обещает 8 часов, но я это не стал проверять, потому что, ну, я не буду в них общаться такое количество времени, чтобы тестировать этот показатель. Да, звук они играли 9 часов, это очень достойно для Bluetooth наушников. Заряжаются по микро USB.
Кстати, еще одно показательное сравнение. Вот эти две пары наушников по размеру вроде бы одинаковые, но проблема в том, что эти наушники очень тяжелые, и вот я их надеваю, да, Sony наушники, и они для меня кажутся немножко великоватыми. То есть, когда я начинаю в них бегать, либо же заниматься спортом, они под собственным весом начинают как бы трястись и просто вот так вот слетать. За счет того, что эти наушники очень-очень легкие, они мне прям вот размер в размер. И даже если сильно там активно дергать головой, либо же прыгать на турниках, ничего не произойдет, они хорошо сидят на голове. Очень комфортные наушники, вот честно, безумно комфортные. За эти деньги прям то, что надо. В общем, вердикт. Наушники Xiaomi очень скромно, но с очень хорошим музыкальным вкусом. Если хотите хороший звук за минимальные деньги по беспроводу, рекомендую покупать именно эту модель. Мне она действительно очень сильно понравилась. Обязательно пользуйтесь кэшбэком, чтобы сэкономить на покупке, особенно если будете покупать у каких-то перекупщиков. Они стоят, говорю, 61, где-то 65 баксов, в зависимости от того, где их найдете. Если не хотите ждать эти наушники, можете покупать у себя в стране. Перекупщики там накидывают баксов 30, то есть почти там, да, половину стоимости этой модели. Но вот так вот, как бы, вот такие реалии. Наушники хорошие. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. С вами был Иван Лычков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите конструктивные отзывы. Пока!